коснуться пола, помочь себе, да, стабилизироваться. Руки перед собой, таз вниз, протянули, пятка опорная и толчок. Еще разочек, не спеша. Сели. Красивая коленка у всех получилась. Хорошо, из нижней точки толчок. А теперь ускоряемся. Ну, погнали. И шаг. Толчок. И два. Корпус не забывайте наклонять вперед. Толчок. И три. Есть. Четыре. Есть. Шире шаг. И пять. Да. Еще шаг. Выпустились. И еще шаг. Толчок. Проверяйте пятки. Я вроде визуально смотрю. Через пятки надо выполнуться. И шаг. Толчок. Если корпус наклоняется вперед, не будете шаг. Тогда ягодица не включится. Нам надо создать максимальное растяжение в ней. И еще раз шаг. Обратно. Что, все, скользите. Вместе со мной. Итак, погнали. Ой, уже сели. Вытолкнулись. Четыре. Вытолкнулись. И три. Широкий-широкий шаг. Есть. И два. Последний. Помним, что в статике? Шаг. Задержались. Колено красивое. Корпус наклонили вперед. Пятка опорная. Руки над головой. Слегка назад отклонились. Потянулись чуть-чуть. Опустить можно руки. Держим за ног. Или где-то рядом. Ну, на коленку мы не ступаем. Это слишком крутая идея, да? Вот так. И еще 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, пятка опорная и вытолкнулись. Не все. Продолжим.